друзья, и день моего отлета осталось 3 часа до того, как мне нужно сесть в маршрутку и поехать в аэропорт, и я решил поехать в парк. Мне посоветовали парк на Крестовском острове. Вот я сейчас туда пришел, и тут сразу нас встретила белочка. Белочка, которая сразу прячет орешки, как в ледниковом периоде. Пытается спрятать орех на зиму. Наверное, на зиму. Тут спорт. Спорт. Люди, кто-то бегает, кто-то на велосипеде. Все занимаются активностью. Вот. И я посмотрел там карту и выбрал маршрут, который пройдет, должен провести меня через, так скажем, все значимые места этого парка. Возможно, быть очень аккуратным в этом парке. Здесь орудуют белки. Нашел какие-то буквы. Долго стоял и пытался сложить какую-то мозаику, найти какой-то смысл в этих буквах. Но что-то я ничего не пойму. Видимо, это просто буквы. И ты подходишь и фантазируешь сам. Здесь вот такие таблички, такие надписи везде написано. Сейчас мне вспоминается тот день, когда первый день похода мы пошли пешком с поселка Гузериполь, там первые 20 километров в гору по асфальтной дороге. И тогда я побежал, мне тогда дико понравилось это кардио. И сейчас вот я иду по этой дорожке в этом прекрасном парке, и у меня опять такое желание просыпается, то либо на велосипеде, либо как бы пробежаться здесь, в этом парке. Очень классно. Тут деревья. Ну, даже мне кажется, при солнце такая свежесть всегда будет присутствовать. Такие вот как сзади от меня, вот небольшие тропинки, если не хочешь бежать по асфальту. Ну, короче, здорово. Такие условия создают людей для того, чтобы заниматься спортом. Вот, спортом надо заниматься. А тут жир начнет свисать. Бока. Все некрасиво. Ну и здесь просто можно отдохнуть душевно. Очень спокойно. Люди здесь так все ходят мило. С колясками. Прокат. Здесь бочка из-под земли наполовину. Это как в Казани придумали памятник подводной лодки. Только верхняя башня торчит. Все остальное под землей. Очень, очень круто придумано. И белка обжорка. Интересно, сколько она может съесть? Это как бабушки на скамейках, тоже так мастерски. Оп. Или как зовут друг? Эй. Наелся что? Эй. Не, испугался, сейчас прилетят. Орех, там сейчас закапывать будет. Да, они еще вот орехи любят закапывать. Ага, они их не едят причем. Это как ледниковый период, сразу закапывают. Эй, идем. Что она ест? Ну, а что сегодня там орехи? Зачем мне ваши семечки, когда у меня есть орехи? Бесплатные семечки, бесплатные семечки. Бесплатные семечки, оп. Ну вот. Взял и бежал. Не закапывает. И все кричим: Тимур! Тимур сегодня
щедрый, кормит всех. Кормит всех, но не себя. Сам жрать хочет. Гопники, семки, вам только семки, гопники. Первый раз в жизни кормил белку. Кормил белку с рук. Вообще бесстрашные такие. Умелые ребята. Короче, вообще круто. Все, я выдвигаюсь домой, потому что на метро ехать минут 40 до дома. Вот, время 4 часа. Погулял здесь ровно час. Классный парк. Я доволен. Спасибо Камиле. Камила, тебе привет. Когда будешь смотреть это видео, знай, что я тебе благодарен, что ты мне посоветовала наконец съездить в этот парк. Я доволен. Now we're getting up.